Всем привет, с вами Вьеха, добро пожаловать в Тьютор Форс на серии Майнплекс. Сегодня с нами играет Кристалл. Всем привет. Кристаллит. Я забыл выбрать класс, кстати. У меня куплен тут класс один этого штурмовика. Значит, ну все, застраиваемся. Да, быстрее, скорее. Ты так, ты снизу застраиваешь. Я слева. Ты наверху блоки поставить не сможешь просто, понимаешь? Угу. Вот. Классная карта, кстати. Карта, да, замечательная в какой-то степени. Посмотри, у них там парень три блока вообще вверх строит, не понимает, зачем он это делает. 18 секунд осталось, я еще не все блоки истратил, а? Так, я почти. Все потратил. Они ровную линию строят, это их промашка, посмотри. Так, где? Ага. Так, я сзади за тобой бегу, сейчас прикрывать буду. Ты штурм... ты же не штурмовик сейчас, да? Я не штурмовик. Так. Комбо тайм начался, все. Так, ну... Ай, блин, не попал. Индуса, бей этого. Да, я пытаюсь. Спрятался за этим. Воин сзади тебя бьет. Так. Блин, сейчас. Так. А, попал, одного убрал. Этого, так. Сзади там солдат бегал сзади меня. А он меня убил. Я его и убил, по-моему. Молодец, это была В, значит, Вендетта. Нет, В, значит, отъем. А, Индуса пристрелили, я почти его сам А, убил. Меня опять убили. Блин, так, как... снова сзади, что ли? Нет. Да нет, спереди на этот раз. Так, я попал. Да, попал. Другого у них в команде. В следующем раунде обязательно возьму другой класс, чтобы это... О, смотри, какая пати сверху стоит. Телепузик желтый. Ага, я стреляю... Нет, блин, не достаю, надо повыше. Штурмовик бежит. Так, сейчас. Где бежит? Где? Это свой. Я забыл, что мы синие. Блин, мне попали прям в голову. Осторожно. Ты, главное, это, не умирай, будь осторожен. Так, бегу. Как они все быстро бегают, я не понимаю. Ай, там прямо ассасин какой-то целится сюда. Супермен какой-то. Так, сюда штурмовик бежит, я в него полю. Ну-ка. О, я убил штурмовика, который в нашей зоне был. Супермен бегает просто, они все просто носятся очень быстро. Ты посмотри, это что, спидхак, что ли, я не понял? Не знаю, не вижу. Посмотри. А, вот какой-то, да, вот этот, который желтый какой-то бегает. Спидхак. Так, я убил его. Вообще, дорогие зрители, уважаемые зрители, что это вообще такое происходит? Просто парень с мечом взял нас всех, пофигачил в самом начале, на нашей базе точнее. Так, сверху штурмовик сейчас запрыгнул. Да блин, ты сколько, а блин, ё-моё, а? Там такая толпень. Комбат тайм, все, ой, билд тайм, сбиваемся. Ребята, да. Я не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, это суперспособность или это просто человек чит использует, пожалуйста, расскажите, потому что хотелось бы нам узнать, уже не первый раз с таким сталкиваемся на сервере, может быть, какой-то реально читак. 5 секунд, готов? Да, бан ему. Да, готов, сейчас. А, все, бил комбо тайм. Я тебя прикрою, точнее, я с тобой буду палить. Черт, у них зона дальше. Я убил одного. Так, а меня что-то... Что? А, зона откинула. Зона меньше становится. Блин, там ассасин какой-то сверху наваливает. Убили ассасина? А, я убил его. Так, еще блин. Одного убили, да, где все? Ах, что такое у нас? Походу, прямо на базе кто-то разрубает. Он прессует просто очень жестко. Ой, да. вот он этот читер. Чертов. Он на базе стоит у нас? Он бежит, он просто все разрубил всех у нас это, на базе. Это было, ребят, чертовски обидно, во-первых, потому что, я не знаю, читер это или это просто способность, потому что я впервые такое вижу, на самом деле, на Turf Wars. Пошли красную овцу берем. Давай. Прям красную тыкай. Так, все. Я пытаюсь, я вокруг нее танцую, я пытаюсь класс, вступить вот в ее команду. Вот, который я прикупил при помощи поинтов, которые у меня были. Вот. Штурмовик 2000 поинтов стоит. Кстати, ты можешь на спавне пройти обучение, там за это получишь 6000 этих поинтов. Да. На халяву просто сидишь и слушаешь. Ну не слушаешь, там читаешь то, что тебе пишут, как бы обучаловка такая своеобразная. И вот. После этого смогу тоже штурмовиком бегать до определенного, да, времени. Штурмовика взять или на других режимах купить, а себе вот что-нибудь. Я его покупаю на время или навсегда куплю? Ну не знаю, я навсегда вроде купил. А, даже так. Я думал, это на один матч получится. Здесь есть какая-то ультра, но это типа для ютуберов или для кого. Вот у меня знакомый получил ультру, я бы хотел у него узнать, как это. Ну, с ним потом пообщаюсь, он сказал, что вроде у модеров брал. Точнее, модерам писал, сказал, что типа я ютубер, ребята, дайте мне ультру для удобной игры. Ему дали. Попытаемся себе выбить. Думаю, а может эти парни это ультра, которые так быстро нас зарубают просто с базы или что? Ну, я считаю, это было бы очень имбаланс, потому что ты прикинь, если ну будет... да, конечно, но... Если так будет дальше продолжаться, мы перестанем тут играть. Да вообще. Это очень интересно. Какая-то вообще... Да как можно так играть? Как... Че веселого играть читером, блин? Ну как, ты же первый будешь, ты будешь всех нагибать. Да вообще просто... Да. Гордость атакуем. Это прям. Так, да. Слева сверху я буду. Ой. Бить. Пошли слева сверху бить. Слева. Слева сверху. Мы в красный цвет, да? Да, мы в красный цвет. Угу. Все, бегу.
Главное вниз тут, кстати, не упасть, это очень важно, потому что если ты тут вниз упадешь, то это... Подгорит, попец. То очень сильно подгорит, очень сильно подгорит. Ой, так, все, билд тайм, ставлю. Ты главное застраивай, ну что, чтобы это... Так, 20 секунд еще осталось. Угу, только тут уже ставить некуда, блин. А я, если что, в другое место подбегаю ставить на всякий случай. Так, ну все, я бегу налево сейчас, готовиться уже слева атаковать. Я думаю, если что, пешим шагом побегу. Угу, я тут пока так, достраиваю на последние блоки. Тут парень вверх. Все, готовлюсь стрелять. Я вижу, кто там. Так. Я с одного убил сразу. Меня сразу слили просто как дно, я лох, серьезно, я... Так, давай, ё-моё! Все, я бегу сейчас их штурмовать пытаться. Я обстреливаю, там внизу какой-то глазастого, я уже двух убил. Так, молодец. Меня пока никто попасть не может. Да блин, еще побери, накаркал. Сразу же в глаз зарядили. Ой, сверху стрелы падают, прям арт-обстрел какой-то. Так, я вижу, одна голова торчит того же парня, блин, его убил. Ой, я стреляю в одного, попал в другого, по-моему. Прям насквозь пробил. Так. Я значит, в тылу у врага, сейчас у меня тут диверсия, просто я вылазка, я двоих убил, но меня убили, но я сделал равноценный обмен, то есть... Так, я еще, я двоих тоже застрелил. Блин, они просто обстреливают по полной. Ух, какая армада-то наших-то выдвигается прям вообще. Ага, убиваем постепенно их. Вот, и вот нет никаких вот парней с особыми привилегиями. Раз в 8 секунд, насколько я знаю. Так, там сверху они... Сверху забегают эти штурмовики, сволочи, блин, подстрелили, Ну, значит, смотри, мы, получается, слева в основном их фигачим. Я думаю, ну, справа смысла нет бежать, да, как бы, то есть... Да-да, они в основном по левому краю. Все прутся, все... Все прутся просто, все, абсолютно. Там снизу, снизу начинает... Просто все, телефон. Давай, отрубайся. Так, я их снизу крою, они пытаются нас там... Прессануть так, снизу, пока думают, что типа все-таки по левому краю. Главное, не стой на открытой местности. Я пытаюсь задний был. Я сгорел. Пригорел. Я сгорел, я был так молод. Ты бы знал, я был так молод. Ты стал горячим парнем. Я стал. Горячий. Это надо запомнить. Цитата летсплейщиков это, ребята. Цитата летсплейщиков, конечно. Это он запрыгивает от лучик. Что он творит? Хитман просто какой-то. Я хотел кого-то кильнуть, но у меня его чайканули. У меня чайканули мою жертву. Там глазастый парень. Тут просто какой-то хитман, я не знаю, он забегает такой, прыгает, давай через всех. Я со спины их бью прямо... всех. О, отлично. Там бежит слева парень, блин, мне в голову засадили опять. О, ты тут тоже, привет. Меня убили, к сожалению, да. Но мы сейчас пытаемся выбиться. Дорогие друзья, посмотрите, как происходит сейчас дело. Кстати, мне кажется, мы сейчас играем без читеров. Да, да вообще отличная игра идет. Без читеров просто суперский, это все сбалансировано и нормально, ну и ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, обстреливают лучники, очень жестко. Блин, я вообще сейчас, просто я крою. Я правый тоже обстреливаю, там лучники сейчас стоят. Так, блин, эх, не достаю. Блин, Ахмед какой-то был в белом. Ай, вот, черт. Ахмед строит что-то. Равшан какой-то, не знаю. А черт, блин. Осторожно. Эх. Я только вышел и тут же в глаз получил. Никого не могу попасть просто. О, у нас сейчас... А, нет, еще не комбат. Сейчас еще комбат скоро. Но он меня... Я видел, я убил того парня, который тебя убил. Тут опять этот хитман наваливает. Блин, да как он так попадает-то? Они отбивают наши территории постепенно. Я в центр бегу, Ахмеда бить. Они в проход стреляют. Убил, а? Отлично, я забегаю к ним сюда. Иди сюда, Ахмед! Ахмедушка, давай. Эх, ты ж, надо было ускориться. О, я попал! Наконец-то! Не забывай блоки ставить. Черт, они переваливают нашу сторону. Так, сейчас билд тайм будет. Билд тайм сейчас. Все, билд тайм. Строимся, пока успеваем хоть всё, что-то строимся, сделать. Понимаешь, у нас блоков очень... Да вообще нету практически. Надо сейчас тащить пытаться, конечно же. Надо тащить, это очень важно, потому что... Как видишь, сейчас у нас дела очень плохо обстоят. Да вообще. Иди просто как-то прессовать умудряться так конкретно. И я убил скромно. Его! Да? Вот это уже начался? Мы воевали сейчас, конечно. Так, я... Блин, я не попал! Грохнули там меня! Там этот... Ай! Стрелы кончились, черт! Перезаряжайся давай! Ой, там уже кто-то блин, так... Блин, меня убили, я все, я, короче, сейчас прячусь и буду вести такую... Я по правому краю дерусь, они пытаются перебежать, тут некоторые обстреливают, там вообще толпа справа! Я убил одного! Второго, хорошо, кажется, я вижу! Нет, второй выбегает поближе ко мне, хочет мне... Бежит к тебе. Да, все, да, чертов юный террорист, блин! Я бью, я его убил! Второго убил! О, ты тут вообще там... Так, я стреляю, пытаюсь тебе помочь! Третьего убил! Я палю туда!
А, черт, блин, пытаюсь тебя прикрыть, сам получил. И бегу, бегу, бегу. Там снизу, снизу парень кроет всех. А, его убили, отлично. Так, блоки, блоки, сейчас посмотри. Где прятаться-то? Поганцы. А, вон этот Ахмед, блин, тыкается, ну, стоит. Мы постепенно, кстати говоря, отбиваемся, все-таки я тебе так скажу, потому что сейчас ситуация получше, чем была она. Ну да, там вообще практически не было места у нас, а тут уже как-то... Он там стреляет осторожно, блин, этот Ахмед, он застраивается там. Ай. Все, атакуем. Я кого-то грохнул или... Их там три лучника, грохнул. Давай обходи как-нибудь, наших вообще что-то перебивают конкретно. Я одного убил. Я меня откинула зоной! Я тебя пытался прикрыть, но отбросила назад. Ой, черт, отбрасывает вообще! Два блока! Да, ну попадай, давай, вон там стоит парень! Все, билд. Да какого билдтайм на два блока? Это что-то застраивает-то, интересно. Понимаешь, это. Ты знаешь, что такое безумие? Давай, давай, я прям целюсь сразу в парня. Блин, что тут уж такая задница начнется. Я убил его. Захватили, как. Блин, меня тут же застрелили. Блин, это такой прессинг идет с их стороны. Кто вход за выход запечатал? Во-во-во, просто молодцы, ребята. Команда молодцов. Не, я тут застрял, просто тут все закрыли. Так, о, вижу. Да вообще, парни молодцы. Так затащили. Так, я... Да кто встал-то в меня? Да кто-то в меня влез, и я из-за этого не смог убить его. Никого. Блин, мы проиграли. Я тут диверсию, понимаешь, не проворачивал, а мы слились. Давай третий раунд, я думаю. Да-да. Завершающий, конечно же, подведем итог. Жаль. Ну, мы первый бой выиграли. Был... Были... Это, красная овца. Да-да-да, бегу. Красная овца. Краснолицами сегодня, красновичками будем. Красноречивыми. Я выбираю класс, опять тот же. Он мне просто очень нравится. Я не знаю, я просто полюбил. Это такой более класс. Динамичный класс, прям забегаешь, давай всех рубать там. Ну тебя могут отрезать. Тоже другие зарубать, поэтому... Ну, там просто достаточно нормально так подойти, можно вообще просто наваливать им там. Ну да. Ну все-таки шикарно. Мне нравится этот игровой режим, он такой динамичный, веселенький. Если бы не было читеров, то было бы просто круто. Ставь лайк, если вообще. Не любишь, когда играют с читами. Ставь 2 лайка. Ставьте 5 лайков. Чё мелочиться вообще? Так, полминуты осталось. Полминуты? Смотри! Где? Какие длинные волосы шелковистые. У кого? У овечки? У нее такие длинные шелковистые волосы. Ты, по-моему, смотришь гораздо ниже. Еще и сзади такой. Волосы шелковистые. Это волосы! Серьезно, это... Просто длинные волосы. Но голова показала другую. Волосы. Ну все, хорошо. Нас сейчас ты пыхнет. Да, все. Воу, замочище прям. Карта вообще классная вот эта. Да я еще не попадался на такую. Ну, она тут как бы ровная платформа большая. Тут как бы нужно... О, да тут то есть все застраиваться. Так ты вообще... Супер, прям. Я не знаю, может быть, попытаться какую-то позицию сделать, где именно мы будем отстраиваться. Главное, вплотную к стене не строить. Ну вот я тут... Быть, потому что это... То, что ее может снести просто. Ну, конечно, там одного убьют, и сразу стены нет, считай. Поэтому это так, очень Так, я постараюсь пока мелкие палки поставить, чтобы хотя бы когда бежали, это защищало. Все, я мелкие палки поставил несколько. Я постараюсь по всей зоне, чтобы прям не засадили сразу же бошку парням, когда они попытаются выбежать. Так, надо прикрыть вообще все тут. О, тут прям стену у нас возвели тут вообще. Давай. Такой красивый. Секунды, так, все, пора на все блоки поставить куда, как угодно. Так, все, началось, блин, я не был готов стрелять. Захватили. Так, я вижу Стива в блоке, черт, он спрятался. Дорогие друзья, я в тылу у врага, я убил одного. Второго, точнее, или сколько я уже убил. Черт, у меня стрелы кончились. Я просто убиваю. Смотри, у них уже осталось 29 блоков, нормально. Да, вообще. Сейчас главное вообще затащить и разбросать всех. К чертям. Круши, метай, крабсай, ё-моё. Так, я сзади тебя, блин, я убил того, кто тебя убил. Молодец, это была месть, спасибо тебе. О, троих уже завалил. Осторожно, просто, осторожно. Четверых завалил. Право прорываются парниша. Просто тут, о, рампейдж. Так, блин, в пятого давай, ну, блин. Будь осторожен. Я убил, о, да у меня вообще пошла серия, не знаю, я тут нарезаю парней. Высунь свою голову, давай, на секунду, ну покажись, чё, вот, тут, да блин, черт! Потому что тут баррикад нету, на их территории, по крайней мере, на их территории очень мало баррикад, и мне это играет только в минус. Осторожно. Так, я вижу, что лучник, у вас и башню, а, его убили только что. Так, стоп, кто-то сзади бьет? Нет, никто сзади не бьет.
Да ничего себе, блин, я высунулся, сразу же словил в голову. Пачку стрел, блин. Я штурмую. Я бегу, может, успею помочь хотя бы как, хоть как-нибудь. Так, блин, да ё-моё, сколько ж их там. Так. Я убью. Еще одного убил. Так, еще ты, одного убил. Ты где, по правому краю или по левому идешь? Я у них на базе. А, стоит. Ты у них прям на базе, я пытаюсь тебя тогда прикрыть. Да не, чтобы... меня прикрывать нет, не надо. Тебя, надо нет, чтобы... А, стоп, билд тайм начался. Замечательно, мы отбили у них 6 блоков. Это вообще успех. Отлично. Это безупречный успех. Сейчас да. Опять нужно подстроить чуть-чуть. Так, я помогу тут возвести обратно стену, которую у нас тут. А я просто пустоты заполняю, где у нас тут есть пустоты, я просто их заполняю. Все, я заполнил, что мог. Так, чуть-чуть, блин, быстро комбат тайм начался. Что-то быстро, реально, как-то время вообще очень быстро прошло. И посмотри, у них сколько у них территории осталось, просто посмотри. Да вообще, я тут еще замочил, парня. Мне кажется, у них даже штурмовиков нету, я так смотрю. Да-да-да, ни один, кстати, вообще не забегал к нам. Я тут их просто, во, я уж троих забрал. 12 блоков у них осталось. Да все, мы вин. Так. Ае, попал. 10 блоков, нормально. Давай, ну куда? Они все в бункере застроились. О, все, таким образом мы с вами затащили. Все-таки нельзя 3 раза подряд проиграть. Можно 2 раза проиграть, потом выиграть. Но это было нелегко все равно. Это было, конечно, нелегко. Противники попали застойные. Но в любом случае мы сыграли очень даже хорошо. С вами был Евгеха, а также Кристалл. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, оставляйте свои оценочки. Всем пока. Всем удачи. Супер хил нам не надо, поэтому просто обычная атака. Пощечину держи просто. Зомби только... Если у зомби нет оружия, то они сражаются пощечинами, как настоящие зомби. Так, на, воу, вот это сотню практически сразу же снесли. У него, кстати, столько брони всякой. Вообще жесть. Так, а так снова. Пощечину держи. Кстати, он довольно больно бьет. А, он опять свою кунг-фу показывает. Так, автокритикал, давай. На, 54 аж.